Альф-патруль снова в деле. Всем здорово, друзья, и продолжается сражение. Наступило утро, и посмотрим, сколько уничтожим мы террористов и сколько наших осталось. Нас осталось двое, друг мой. Да, ребят, много полегли, и нет, все-таки нас осталось четверо. Мы вчетвером будем вести огонь, новые сражения нас впереди ждут, но сперва нужно собрать патроны, посмотреть, сколько на ребят мы потеряли, и, возможно, даже остались некоторые еще выжившие, нужно просто их найти. Ох, май гад, была заварушка, была ночью, был большой дождь, было реально страшно, но мы все-таки эту битву победили, но войну еще нет, конечно. Если не смотрели тот самый ролик, то посмотрите в описании, и вы, конечно, его найдете. Хорошие ребята валяются на земле. Земляем пухом, а мы идем собираем патроны и ищем остальных выживших. Но террор мы все-таки победили этой ночью. Ох, май гад, там в центре самая была заварушка, и там много трупов, я вижу, даже есть обгоревшие тела. Да, ребята, вам не повезло, приехала пожарная, потушила пожар. Ох, ребята, нас осталось пятеро. Мы дадим новый бой террору, конечно, собираем патроны и то, что можно вести огонь. Готовьтесь к новой битве. Собрали патроны, собрали остальных выживших и будем готовиться к битве. Прилетел вражеский самолет и пытается нас уничтожить. Ребята, готовьтесь к бою. Боевые вертушки террористов уже на подходе. Где-то летели в нашу сторону. Ох, май гад, сколько боевых вертушек. Ребята, нужно крупнокалиберный пулемет и выносить эти вертушки. Либо нам будет сегодня хана. Готовьтесь к бою. Вон есть пулемет, там ребята стоят. Сейчас мы вынесем по-тихому. Так, двоих я снял. Ребята, прикрывайте меня справа, я пошел слева, мне нужен этот пулемет и попробую вертушки эти снять. И, конечно, боевой самолет, потому что он реально будет прессовать нас по-жесткому. Ох, на, я о том, что говорил. Меня чуть не прессанули уже. Где пролетел? Где ты пролетел? Я даже не заметил, откуда полетел. Против РПГшки и боевой вертушки это, конечно, очень будет сложно. Ребята, прикрывайте меня. Мне нужно прикрытие, потому что эти боевые вертушки нас сильно прессуют со всех сторон. РПГшку чуть наперед. И прям в кабину пилота. Ох ты да, там жарко будет. Хо-хо-хо. Там готово. Но это, походу, всего лишь одна вертушка. Их тут еще больше. Так, мне нужен пулемет. Крупнокалиберный, ребята, прикрывайте. Я взял за пулемет. Ну, сейчас будет потеха. Прям в кабину. О-о-о, вынесли... Моего пулемета уже нету, увы. Сразу садимся быстренько на второй пулемет и нужно выносить тот самый самолет, который нас постоянно прессует. А если попасть в хвост вертушки, то можно с легкостью ее подбить. И она уже падает вниз. Прикрывайте меня, сейчас быстренько всех раскатаем. Там будет больно. Там будет больно. Ребята, прессуем, прессуем, но я не достаю на него, походу. Где-то еще боевой самолет летает и пытается нас гасить. Так, хвост попал, второму тоже попал. И ребята полетели вниз. Я остался последней вертушкой. Да, по-жесткому. Сегодня будет жарко. Свинца мне сегодня не жалко. Ребята, прикрывайте, прикрывайте, потому что там еще один самолет летает где-то. Так, куда ты полетел, мой друг? Он полетел вниз сразу же. И, походу, все, вертушек больше нет. Но где-то у нас, походу, летает самолет и пытается нас гасить. Это кто? Все, спокойно, это от нашим. Где-то летает самолет и приехал пожарная и пытается что-то потушить. Она тушит... О-о-о, нет, не тот самолет. Мне нужен тот самый самолет, который нас прессует. Так, я его слышу. Где-то реактивный самолет, я его слышу, но я его не вижу. Пожарные пошли тушить, пускай тушат, а мы ждем новую волну и готовимся к новому сражению. О-о-о, вот он летит в нашу сторону. Прям в кабину пилота пытаемся вынесем. О, походу полетел РПГ прям в меня. Пожарные решили уже не тушить, побежали в другую сторону. Попробуем с помощью пулемета вынести самолет. Нет, слишком далеко, я даже не достаю до него. Ребята, готовьтесь к бою, потому что подмога скоро подъедет. Так, он делает кружок и пытается зайти на нас. Я уже готов, конечно же.
Походу приехала подмога террора, и вот теперь заварушка начинается в полном разгаре. Но боевой самолет еще летает над нами и пытается нас вынести. Так, приехал. О, там походу целый конвой приехал. Вот он, боевой самолет, пытаемся его выносить. И что, ребята, где вы находитесь? Походу он просто их уничтожил. Нормально. Но он уже горит и скоро сейчас подобьем. Слишком далеко, он уже... Ох ты, да. Там жарко. Там много боли. Гасим всех остальных, кто здесь остался, потому что это последняя подмога осталась. Гасите, гасите, ребята. Так, я вижу с правой стороны. Нашего положили, валяется уже. Истекает кровь, и, конечно, ему никто не поможет, потому что здесь слишком жарко. Так, уничтожим тачку, чтобы они там не прикрывались. Что присутствует меня сейчас сзади. Сзади, справа наших полегли. Я уже один, походу, остался. Но у меня есть пулемет, и я всех положу сегодня. Свинца мне сегодня не жалко, меня входит в правую сторону уже, прям вплотную уже. Получил свинца, прям в грудь. Так, можно хедшот попробовать. По хедшоту, потому что слишком много их, прессуем, прессуем. Прям в поле где-то валяется. Так, и ныкается в поле. Так, хедшотик, нормально. Прям в грудь меня уже вплотную подходит, прям в голову. Да, нормально, полег. Подмоги уже нету никакой. О, чувак, чувак, что тебе нужно от меня? Он меня просто выкинул, сам сел за пулемет. Выносим. Выносим сразу его с пулеметом. Так, тебя тоже выносим. Мне нужно обратно сесть за пулемет и дать им жару, потому что я здесь, походу, остался в одного, и мне тут жарко. Так, справа, сзади. Нет, не вижу никого. Прям в кустах кинем гренку туда. Держи гренку. И прям хедшот, прям в грудь попали. У него есть бронежилет, и это, похоже, взятка его добила. Так, так, нормально, нормально. Он готов. Мне нужно сесть снова за пулемет и дать им жару. Дать им бой. Я остался, походу, последний уже. Так, он не возьмет оружие, он просто сдох уже. Так, справа не вижу. Не вижу никого. Мне нужно найти укрытие и перезарядиться. Так, справа вижу. По ногам и можно сразу в голову. Прямо из пулемета. Так, вижу, еще подмога идет с правой стороны. Мне нужен, конечно, пулемет. Так, вставай, мой друг. РПГшку, их там много. И сразу с помощью РПГшки сейчас будет больно. Ух ты, да, это больно. Он еще живой, прям в голову сразу же. Так, так, слева, слева подходит еще. Какие живучие. Они реально какие-то обкуренные, идут в нашу сторону, просто безбашенные. Там Гасим, он живой еще. Так, спрятался вот прям за тачку, я его не вижу. Там бочка взрывается, не взрывается. РПГ у меня закончилось уже. Патроны кончаются, подмоги нету. И нужен пулемет мне. Так, за пулемет и добьем остальных. Так, прям за тачкой. Ух ты, да. Это было больно. Так, еще дед слева. Слева был, прям в кустиках. Прям туда побольше свинца. Сколько наших полегло, сколько крови. Но мы еще живы и даем бой террору. Так, походу все. Тут патронов у нас много и достаточно свинца, чтобы нашпинговать. И еще парочку группировок. Так, походу все. Приехал пожарный тушить пожар. Пускай тушит, а у нас походу подмога. Сколько подмоги. Так, есть РПГшка, патрончики я собрал. И держи РПГшку прям в... тачку. Хо-хо-хо. Там сейчас будет жарко. Так, пока что отвлекается. Мы берем за пулемет и гасим всех. Подмога приехала реально крупная. Так, справа, 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 слева. Меня никто даже не прикроет. Я остался в одного. Одинокий рейнджер уже против террористов. Хо-хо. Тут реально уже все обстрелено. Но мы еще даем бой. Так, пытается меня еще обойти слева. Слева вижу, прям в кустах идет. Прям в конопле. Так, справа пытается обходить. Нет, прям по ногам. Пускай помучается. Истекает кровью и издыхает. Так, все ближе и ближе подходит. Но не тут-то было. Свинца хватит на всех. Так, выходим, выходим. Нужно найти укрытие хорошее. РПГ прям туда. Там сразу двое. Так, в камышах, походу, у нас все в порядке. Приехала подмога, и давайте, ребята, даем бой. Даем бой, сейчас дадим реально крутой бой. Мы готовы надрать задницу террориста. Патрона есть, возьмем пулемет и сейчас нашпингуем их.
Так, ребят, вошли справа, пошли слева, я пойду по центру. Приехал подмога, сейчас мы будем выкуривать их. Прямо из тачки выкуривать. Хо-хо-хо. Ребята, больно. Это чертовски больно. Так, справа полегли. Наши полегли, справа никто нас не прикроет. Но там, в принципе, чисто уже. Надеюсь, не прикроют с левой стороны. Все, готов. Он лег, второй тоже лег. Добьем, добьем, чтобы не вставал даже. Ребята пошли вперед. Где-то прям в кустах некто прессует. Ребята пошли вперед. Я тоже пошел вперед. Спокойно, спокойно, прям за машины. Понял тебя. Здесь, походу, чисто. Здесь чисто. Ох, черт. Походу, сзади, сзади. Сзади приехали. Они обошли с фланга, и сейчас мы РПГшку возьмем. Так, снимем парочку стрелков РПГшкой. Прям в тачку добьем остальных. Ух, да, там больные. Это были последние террористы, и мы это сражение победили сегодня. Но война продолжается против террористов и альф-патруля. Увидимся в следующих роликах. Спасибо, кто смотрел. И до новых сражений. Всем пока.